16 сентября в Гомельском горосполкоме пройдет открытый аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков. На торги выставлено два лота. Оба участка предназначены для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов. Оба находятся в Романовичах. Начальная стоимость около 3000 рублей. Извещение с перечнем необходимых для участия в торгах документов доступно на сайте Гомельгеодесцентра. Подробную информацию об условиях проведения аукционов можно получить также в землеустроительной службе Гомельского горосполкома по номеру телефона 31 09 48 или в Гомельгеодесцентре по номеру 30 12 46.